Здравствуйте. Думал, что не получится мне снять видео отдельно для каждой бритвы, но все же время нашлось. Тем более давно не снимал на полноценный объектив, полноценную камеру. Поэтому сейчас можно будет в подробностях рассмотреть. Единственное, что ждите, когда я редкость поймаю вручную. Вот так это выглядит. Это видео я приложу именно к этой бритве. Тут каждую пылинку видно. Объектив макро. Сами понимаете, макро, оно и есть макро. Каждую легкую пылинку. Давайте маленько дальше все-таки показывать буду. Так, терпение. Вот такой вот краткий обзор видео, которое будет приложено к фотографиям, к описанию на сайте. Именно к этой бритве.